Предотвратить референдум. Власти Испании делают все возможное, чтобы не допустить голосования о независимости Каталонии. В правительственных зданиях автономии обыски и аресты, на улицах демонстрации протеста. Подробности в материале Татьяны Лагуновой. Каталонию лихорадит. На улице Барселоны и других крупных городов вышли тысячи человек. В знак протеста против обысков в правительственных учреждениях автономии. Утром испанская полиция провела рейды в офисах руководителей каталонского правительства, департаментах внешней политики и экономики. Задержаны 14 высокопоставленных чиновников. Изъяты агитационные листовки и документация по подготовке к референдуму о независимости. Ничего подобного в последние годы мы не видели ни в Испании, ни в других государствах ЕС. Постоянно нарушаются основные права, которые гарантированы Конституцией. Право голоса, право на свободу выражения. А это уже кадры из каталонского города Террасса. Там местные жители несколько часов пытались не пустить полицию в офис частной фирмы по доставке. После столкновений здание все же обыскали, конфисковав урны для голосования и бюллетени. Это позор, который не имеет ничего общего с демократией. Они обращаются с людьми, которые работают в этом здании, как с преступниками. У моей сестры там друг. Он весь день дрожит от страха. Я даже не знаю, как это все назвать. Официальный Мадрид парирует. Власти страны, наоборот, демократию защищают. И дальше будут делать все возможное, чтобы не допустить референдум, проведение которого признали незаконными власти Испании и Конституционный суд. Правительство выполняет свои обязанности и обязательства, и мы будем делать это до самого конца. Кроме того, власти Испании взяли на себя контроль над финансами автономии, чтобы средства не были потрачены на проведение плебисцита. Чем закончится это противостояние, сказать сложно. Час Ч — это 1 октября. В этот день власти Каталонии планируют, несмотря ни на что, провести референдум об отделении. А власти Испании сделать все, чтобы плебисцит не состоялся. И идти на компромисс, похоже, не собирается никто. Татьяна Лагунова, Вячеслав Фролов. Подробности. Европейское бюро телеканала «Интер».